Лиза снова приступ. Похоже на аппендицит. Я вызвала скорую. Где больной? У меня болит живот. Острый аппендицит. Нужна госпитализация? Вот так. Не-не-не, у нас только один сопровождающий. Я врач, я должна ехать с ней. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот на этой машине сейчас девочку привезли, а где она? На этой машине никого не могли привезти. Я ее только что с сервиса пригнал. Я же вам объясняю, на ваш адрес сегодня не было вызова. Что вы от меня хотите? Сегодня на машине, которая стоит на улице, номер 091, из моего дома забрали дочь. Эта машина сегодня снята с рейса. Чем-нибудь еще могу вам помочь? Нет. Настя, хорошо, что все получилось. Вы где сейчас? Ага. Я вас поняла, я попозже перезвоню. Привет. Привет, а ты чего здесь? А к тебе Настя не сходила? Когда? Сегодня. Нет, а что случилось? Да, ровно ничего там ничего. Они просто с Лизой куда-то уехали. А мне не сказали, вот поэтому я волнуюсь. Думал, может, к тебе она на работу заехала? Нет. Вы что, поссорились? Милые бронятся, только тешатся. Сейчас я ей позвоню. У нее телефон выключен. Да? Угу. Слушай, а может, их похитили? Ну, правильно, ты же теперь глава фирмы, а ее похитили, будут требовать выкуп. Слушай, надо звонить в полицию. Я сейчас позвоню Руслану, он же опера, и пусть что-нибудь не придумает. Не надо, не надо, не надо. А я сейчас открою. Наверное, они просто гуляли, и батарейка разрядилась. Поеду я. Серёжа, а ты скажи, чтобы Настя мне позвонила, я волнуюсь. Обязательно. Проходите. Ходи. Чувствуйте себя как какой дома. Какой хорошенький мальчик. Знакомьтесь, Федя. Федя. А мы теперь сюда у Виктора будем жить? Ну, какое-то время. Нам же где-то нужно спрятаться. А вы тоже на скорой, как Настя, работаете? Не совсем. На скорой не работаю, а лечу не людей, а животных. Виктор ветеринар. Ему даже притворяться особо не пришлось. Спасибо тебе. Располагайтесь. Да, алло. Сергей Сергеевич, можно ненадолго отлучиться? У меня брат уезжает, хотел с ним встретиться перед отъездом. Это хорошо, что уезжает. Что? Я говорю, хорошо, езжай. А, спасибо. Вызывал? В общем, я вляпался в очень некрасивую историю. Только это между нами. Конечно. Эта женщина, на которой собирался жениться, оказалась мошенницей. Она выкрала Лизу и требует денег. Ты шутишь? Это похоже на шутку, да? Она прекрасно знает, что я не могу обратиться в полицию. И после этого вопрос об удочерении для меня будет закрыт. Ну, значит, нужно заплатить ей? Я готов. Я готов заплатить, только чтобы с Лизой все было в порядке. Но где гарантия, что эта женщина не будет шантажировать меня снова и не будет требовать денег и вернет Лизу? Может быть, тогда пусть наши ребята из службы безопасности этим займутся. Они все профи из органов и... А вот это вариант. Да, правильно. Пускай они установят наблюдение за всеми ее контактами и распечатают мне телефонные разговоры за последнюю неделю, потому что у нее должен быть сообщник. В этой больнице одна не может провернуть все вот это.
Хорошо, я поняла, я сделаю. Давай. Лучше не надо. Да. Тебе идет моя рубашка. А специи есть? Есть. Федя, похоже, тоже кушать хочет. Да он всегда есть хочет. Аппетит у него отменный. Спасибо. Кстати, откуда он у вас? Да прибился где-то год назад. Кто-то его в подъезд пустил погреться. Иду с утра на работу, открываю дверь, он сидит, смотрит. Ну, не выгонять его. А вы не говорили, что вы не просто врач? А кто же я такой? Ну, здесь написано, что раньше вы были просто ветеринаром, а теперь открыли целую сеть ветеринарных клиник. Ну, ты меня раскусила. Все, я сдаюсь. Шерлок Холмс отдыхает. Ему пора уже на пенсию. Точно. Да? Вить, Настю, дай, пожалуйста. На, сейчас. Светлана. Да, Свет. Ну как, вы там устроились? Да, все хорошо, сейчас будем есть. Как там? Настя, Сергей приходил. Спрашивал, не видела ли я тебя сегодня. Искал вас по всей больнице. Пришлось сказать девочкам, что у тебя ревнивый жених. А как со скорой история? Да, все хорошо, не волнуйся. Он же официально ничего не предъявил, только разозлил всех своим хамством. Сказал, что вы давно ушли гулять, и он за вас волнуется. Господи, как же мне страшно. Да ладно, не раскисай. Главное, что вы теперь в безопасности, правильно? Все будет хорошо. Ладно, дорогая, мне работать пора, созвонимся. Пока. Давай, пока. Сергей искал нас в больнице. Ты не бойся, здесь он вас не найдет. Точно? Ну, если только по запаху. Здесь так вкусно пахнет, что слышно на другом конце города. Давайте уже быстрее, есть хочется. Да, да, да. Здорово. Здоров. Куда ты собираешься? Ну, что-то в последнее время нервный стал. Плохо сплю, думаю. Дай поеду на море, на солнышке поднежусь. Все шутишь, да? Ну, а если серьезно, на какие такие шиши собрался отдыхать? На заработанные. Завтра мне деньги заплатят за одно дело, и все, прямиком в аэропорт. Ты меня, кстати, не подбросишь туда? Ой, слушай, я не знаю. Сергеича невеста пропала. Там в конторе просто дурдом. Все на головах стоят. Не знаю, смогу вырваться, нет. Понятно. Вот именно поэтому я ни на кого не работаю. Слушай, не начинай ты. Да пофигу, на такси поеду. На, держи. Это что такое? Ключи. Не видел, что ни разу? Ну, нафига не мне. Ну как, ну мне так спокойнее, если у тебя дубликат будет. А то мало ли там потеряю. Ладно, сохраню. Слушай, ну извини, что так с аэропортом. Давай. Давай, давай. Бомбила года. Вить, как думаешь, мы хотим завтра с Лизой в ближайший магазин пройтись? А то у нас нет вещей. Конечно, я отвезу вас. Только пораньше встать надо. Мне завтра Федю в клинику надо отвезти. Очередная прививка. Да, Руслан, привет. Привет. Пробил номера машины. По базе на них зарегистрирована «Лада» белого цвета. Какая-то иномарка. Да, я думаю, номера скручены. А есть данные хозяина этой «Лады»? Да, вернее, хозяйки. Сейчас кину тебе на телефон. Спасибо. Машина на видео была со скрученными номерами. И что это значит? Что мы не найдем владельца? Я думаю, завтра нам надо встретиться с хозяйкой этой «Лады». Дядь Вить, а кто эта девочка на фотографии? Это ваша дочка? Да, это моя дочка. Ее зовут Юля. А где она сейчас? С мамой живет. А вы что, вообще не видитесь? Лиза. Да все нормально, все хорошо. Я ее очень давно не видел, потому что не знаю, где она живет. Хотите, ее нарисую? Конечно, хочу. Так, ну что, нам рано вставать завтра. Может быть, будем потихоньку спать собираться? Да. Я приготовлю вам постель. Лиза, ну ты что?
Настя, у меня появилась очень крутая идея. Я могу найти его дочку через соцсети. Ты знаешь, он ее по-всякому искал. Да, но попытка не пытка. К тому же еще я шарю в соцсетях гораздо лучше, чем он. Попробуй. Давай, жду. Сергей Сергеевич, вы еще не уходите? Нет, Танюш, еще дел много. А я вам нужна? Нет, иди. Было бы кому идти. До свидания, Танюш. До свидания. До свидания. Вот распечатка ее звонков. Захарова, Захарова. Она очень часто звонила этому Захарову. Узнай, кто это. Сделаем. И побыстрее, ладно? Конечно, утром займутся. Ей еще не хватало. Полина Андреевна, здравствуйте. Сергей Сергеевич. А что мне не звоните? Я места себе не нахожу. И Анастасия Петровна еще не вернулась. Как Лиза? А с Лизой все хорошо. Ее оставили в больнице до утра на обследование. Полина Андреевна, скажите, а не хотите вы взять отпуск за мой счет? А что случилось? Ничего. Просто мы с Настенькой решили, когда Лизу заберем, съездить, отдохнуть, развеяться. Ну, нас не будет, и вы как раз тоже отдохнете. Как вам такое предложение? Ну, хорошо, если вы настаиваете. Ну, звоните тогда. Хорошо. До свидания. Федя, куда на стол? Эх, разбалуйте во мне. Я пойду машину прогрею. Да. Минут через пять выходить. Хорошо. А как давно ты знаешь Виктора? Недавно. Его брат погиб в этой аварии. Но тогда зачем он нам помогает, если его брат погиб из-за меня? Нет. Его брат погиб из-за дяди Сережи, который эту аварию и организовал. Но организовал он ее, чтобы заполучить компанию моего папы. Лиза, ты ни в чем не виновата. Слышишь? Мы не отвечаем за поступки других людей. Да? Какие новости, Мария Борисовна? В общем, пробили мы этого Захарова. Ветеринар, у него своя клиника, и не поверишь, у него недавно брат погиб. А вот это уже мало интересные подробности. Да нет, вот как раз интересно. Его брат был именно в той машине, в которую врезалась машина Князева. Я только что скинула тебе сканал паспорта. Ах, вот оно что. Ладно, подожди тогда, не вешай трубочку. Не-не-не, у нас только один сопровождающий. Срочно поставь людей к его квартире, и если обнаружат Настю или Лизу, пусть берут их и звонят мне. Хорошо, поняла. Здорово. Давай, проходи. Это типа мой офис. Ну, конечно, не такой крутой, как у тебя. Но ничего, я к этому стремлюсь. С твоей помощью. Давай. Сначала запись. А. А знаешь, я подумал, пусть она у меня побудет. Ну, а что, я человек надежный, ты в этом убедился. Надежных людей мало, и стоят они недешево. Лям в месяц. Не обманул.
Спасибо. Надя. Алло. Сергей Сергеевич, мы обнаружили женщину и девочку. Они только что зашли в подъезд. Почему не взяли? Сторонние помешали. Но мы можем в квартиру проникнуть. Нет, там может быть сообщник, нужно действовать тихо. Продолжайте следить, я на связи. А? Это ваш экземпляр. У-у-у. Как себя чувствует Лиза? Замечательно. А как она перенесла операцию? Операцию? Ах, да, слава богу, все обошлось. Вы знаете, но врачи сказали, что нужно держать Лизу под строгим наблюдением. Слава богу. Да. И я кое-что разузнал о человеке, который хочет удочерить Лизу. Что именно? Оказывается, у него есть ребенок от первого брака, которого он ни разу за 10 лет не видел и не платил алименты. Они живут за границей, и бывшая жена через местный суд лишила его родительских прав. Какой ужас. К сожалению, к решениям иностранных судов у нас доступа нет. Я понимаю, и вам привезут все заверенные копии документов. Но мы же не можем позволить, чтобы такой человек удочерил Лизу. Конечно, нет. До свидания. Всего доброго. Мы постараемся быстро. Федю в клинику отвезем. По делам мы вернемся, хорошо? Угу. Ты дверь никому не открывай, поняла? Угу. Если вдруг что, сразу звони нам. Договорились? Угу. В холодильнике обед, ты там сама разогрей только. Настя, я знаю. Я знаю, что ты знаешь. Все, 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 побежали, поехали. Главное, дверь никому не открывай. Да-да. Сергей Сергеевич, женщина и мужчина уезжают. Нам следовать за ними? А девочка? Нет, девочки с ними нет. Она в квартире осталась. Оставайтесь на месте, главное не упустить девочку. Я скоро буду. Ага. Ну что, стоим? Стоим, ждем. Тамара, здравствуйте! Это Сергей. Скажите, я могу с вами встретиться? Здравствуйте. 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 А вы хозяйка «Лада», да? Да. Алевтина Петровна. Да. А вы покупатели? Вы пришли машину посмотреть? Да. У нас Тимофей занимается машиной-то. Ну, я ему сейчас позвоню. Если этот Тимофей машинами занимается, может, это он номера искрутил? Может. А еще, возможно, это тот, кого ты видела в офисе Князева. Странно. Не отвечает. Ну, ладно, я сама вам покажу машину. Здесь недалеко. Может, подвезти? Ой, поехали. Поехали. Простите меня, что я с вами так поступил. Я думал, для девочки так будет лучше. Новая жизнь, новые люди, чтобы забыть трагедию. А я все-таки фатально ошибался. Спасибо вам огромное, что вы согласились у нас работать. Сергей Сергеевич, вы же знаете, у меня кроме Лизоньки никого нет. И... Она мне как родная. Да, 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 да.
Внуки подарили деду машину, а покататься-то не успел. Тимоха! Тимош! Витя, если это он был в офисе, он может меня узнать. Не надо пока, чтобы он тебя видел. Я сам с ним поговорю. Но он мог меня не запомнить. Рисковать не будем. Не мёрзнем. Подожди в машине. Тимоша мёртвый. Умирай, как на видео. А вот и машина. Он? Вроде бы он. Надо в полицию позвонить. Давайте присядем. Руслан, привет. Привет, есть новости? Да, только плохие. Тот парень, который подрезал Князева, мертвый, в своем гараже лежит. Нас на него хозяйка машины вывела. Понятно. Так, ничего там не трогайте, я сейчас подъеду. Вы по тому адресу, который я прислал? Да, там автомастерская прямо за домом. Понял, ждите. Хорошо. Вы себя хорошо чувствуете? Хорошо. Здоровье хорошее. Врачи сказали, сердце замечательное. Но вот одна живу. Тимошу и Владик я знаю с их детства. А теперь я даже не соображаю, как мне сообщить Владику. Какому Владику? Это старший брат Тимоши. Он тоже ремонтом машин занимается? Нет. Он работает водителем. Богача какого-то возит. Вот мы и приехали. Так, и куда же мы приехали? А здесь квартира Насти. Она приехала забрать некоторые вещи, оставила Лизу и поехала в салон красоты. Мы сейчас Лизоньку заберем и домой поедем. Хорошо. Да, Владик. Сергей Сергеевич, у меня с братом несчастье. Что случилось? Да я сам еще толком не знаю. Только что позвонили, сказали, его нашли мертвым в гараже. В общем, нужно ехать туда. Прими мои искренние соболезнования. Да, конечно, можешь на работу завтра не выходить. Спасибо, Сергей Сергеевич. Да. Давай, держись там. Угу. У водителя неприятности. Ничего страшного. Что-то замок барахлит. А. Проходите. Спасибо. Свободен. Давайте вы постучите, пусть это будет сюрпризом для нее. О, хорошо. Кто там? О, Лизонька, это я, Тамара. Тамара! Деточка моя, как же я по тебе соскучилась. Как ты меня нашла? А, Сергей Сергеевич меня привез. Привет! Я же тебе обещал, что Тамару привезу. Вот. Тамара, идите вниз к машине, подождите нас, ладно? А... Да, мы оденемся и спустимся. Идите, идите. Лизок, я тебя внизу подожду. Что случилось? Он. Наряд уже вызвал, сейчас подъедут. Номера. Машина. Ясно. Ты его видела, Сергей? Да. И похоже, он брат Владика, водителя Сергея. Угу. Думаешь, он как-то связан с этим?
не думаю. Эта женщина его знает с детства, она уже позвонила Владику, он едет сюда. Понятно. В любом случае, вам лучше уйти, здесь за углом есть кафе, подождите меня там. Надо проверить его телефон. Там должен быть его разговор с Сергеем. Хорошо, хорошо. Я все сделаю. Идите. До свидания, Максим Петрович. До свидания. Лиза, мы с Настей просто поссорились. Я, правда, не знаю, что она тебе рассказала, но теперь мы помирились, и у нас все хорошо. Настенька едет домой, и ты сейчас поедешь домой вместе с Тамарой. Но ты же хочешь жить с Настей и с Тамарой. С ними хочу, а с вами нет. Я знаю, что это вы подстроили аварию. Это тебе Настя рассказала? Нет, это вы сказали. Я слышала. Лиза, давай договоримся. Если ты не хочешь, чтобы что-то ужасное произошло с Настей и Тамарой, ты будешь делать так, как я говорю. Мы сейчас поедем домой. Ты будешь вести себя как примерная девочка и будешь рассказывать Тамаре о том, как тебе нравится жить у меня дома. И когда ты все сделаешь, о чем я тебя прошу, ты сможешь с Настей уехать и забрать Тамару. Ты меня понимаешь? Лиза, мы договорились. Зачем вы это делаете? Ты маленькая, не поймешь. Давай, иди, собирайся, а то Тамара заждалась. И помни о нашем разговоре. Вряд ли кого-то найдем. Ни свидетелей, ни следов нет. Понятно. Спасибо. Влад, если я не ошибаюсь. Да? Старший лейтенант Бондарев. Есть пару вопросов. Пройдемте поговорим. Пойдемте поговорим. Не надо никому звонить. Пойдем поговорим. Полина Андреевна взяла небольшой отпуск. Вам без нее здесь будет легче освоиться. Настя придет поздно. Занимайтесь ужином. Лиза вам все покажет. Правда, Лидочка? Угу. Молодец. Вот поэтому мы решили убежать. За Лизу страшно и за себя тоже. Да. Честно говоря, всякого мог ожидать от Сергея Сергеевича, но такого. А от своего брата такого ты мог ожидать? Простите его, если сможете. Влад, тебе Тимофей что-нибудь рассказывал? Нет, он знал, что я не одобряю его афер с автоподставами. За такое я сам бы ему голову открутил. Единственное, что я знаю, что он сегодня должен был получить вознаграждение за какую-то работу. Теперь понятно, за какую. Я думаю, что, скорее всего, он пришел к Сергею, чтобы забрать деньги. Но решил мне отдавать видеозаписи, попытаться его шантажировать. Ну, никаких записей я не нашел. Нет ни телефона, ни планшета Тимофея на месте убийства. Даже если они были, я думаю, убийца все забрал. Подождите, вы считаете, что это Сергей Сергеевич убил Тимофея? Я же говорю, нет никаких доказательств или орудий убийства. Криминалисты тоже ничего не нашли. Но исходя из того, что ты здесь услышал, вполне возможно, что да. Ну, может, конечно, не сам Сергей, кто-то из его людей, но сути это не меняет. И что вы теперь собираетесь делать? Мы собирались найти запись, который Тимофей шантажировал Сергея. Вот что теперь делать, я даже не знаю. Мы будем дальше искать доказательства причастности его ко всем этим убийствам. Так, я могу как-то помочь. Да. Ты, главное, виду не показывай, что в курсе всего происходящего. Постарайся держаться поближе, может быть, что-нибудь увидишь или услышишь. И проверь машину. Если Сергей ездил к Тимофею сам, вполне возможно, там остались какие-то следы. Когда ты сможешь это сделать?
на завтра выходной дал? Потому что завтра должна была состояться наша свадьба. Ну, теперь-то она точно не состоится. Так, давайте я ему позвоню, скажу, что забыл в машине ключи. И съезжу, и все потом посмотрю. Давай, если что-то найдешь, сразу сообщи мне. Все, добро. Держись. Все будет хорошо, прорвемся. Ну вот опять. Только у нас появилась зацепка, и нет ничего. Поехали домой. Там Лиза ждет. Федю сегодня в клинике оставим. Лиза! Ее нет нигде. Вещей тоже нет. Только нет. Здравствуй, милая. Где Лиза? Пока. Я тебе настоятельно советую прийти завтра в ЗАГС. Дай ей трубку, я хочу с ней поговорить. Не-не-не, ты ее еще больше испугаешь. Все, до завтра, дорогая, и я передам от тебе пламенный привет Лизе. Дай мне. Послушай меня, если ты ее хоть пальцем тронешь... А, это, видимо, наш доктор Айболит Захаров Виктор Андреевич. Мне очень жаль твоего брата. Прими мои искренние соболезнования, но не лезь в мою с Настей семью. Я надеюсь, о тебе я больше никогда не услышу. Нас в детстве всегда учили, что добро побеждает зло. И что справедливость обязательно восторжествует. Но почему в жизни так не бывает? Ты не должна выходить за него замуж. Ты же знаешь, что я не могу оставить Лизу. Ты же знаешь, что у нее кроме меня никого нет. Но ты как отец дочери должен меня понять. Значит, сразу после ЗАГСа. Я вас с Лизой заберу и увезу. Это бесполезно. Нам от него никуда не деться. Ты должна понять. Ни тебя, ни Лизу я ему не отдам. Ясно? Телефон. Настя, добрый вечер. Тамара, это вы? А мы с Лизой вас ждем. Когда вы вернетесь? А Лиза с вами? Да. Мы в доме Сергея Сергеевича. Мы уже собирались ложиться спать, но Лиза хочет вас дождаться. Настя, дядя Сережа с Тамарой приехали и забрали меня домой. Когда ты приедешь? Я сегодня не приеду, уже поздно. Я останусь у Виктора. Завтра же ваша свадьба. Да, я знаю, я завтра буду. Ты только Тамаре не говори ничего. Да? Да. Спокойной ночи, Настя. Что ты? Мне кажется, ты от меня что-то скрываешь, а? Ты какая-то совсем не своя. Я тебя не узнаю. Ну-ка. Опять маленькая. Ай-та-та-да-ай-та-та, поймал дедушка кота.
планы изменились. Сергей Лизу увез. Нам завтра надо будет обыскать его машину, пока он будет в ЗАГСе. Так что Анастасия Петровна все-таки выйдет за него замуж? Если найдем какие-нибудь улики, то не выйдет. У нас будет времени мало. Понял. А если не найдем? Давай будем действовать по обстоятельствам. Подъезжай к 10 к ЗАГСу, только осторожно. Не попадись ему на глаза, хорошо? Ясно. До завтра. Конечно, ждала твою свадьбу, но что такое она будет, даже представить не могла. А я могла. А где Руслан? На службу вызвали срочно, даже позавтракать не успел. Но до росписи обещал приехать. Пока еще свободная женщина. Это ненадолго. Давай теперь одевайся. Сегодня такой замечательный день. Я хочу, чтобы у меня было самое красивое. Да. Тут поторопись, а то все заждались. Иди, иди. Смотри, он был вчера возле гаража. Значит, точно он. Когда ты видел брата последний раз? За день до смерти. Он веселый такой был, в отпуск собирался. Ничего подозрительного даже не заметил. Единственное, что он мне ключи от гаража дал. Зачем? Я сам не знаю. Сказал на всякий случай. Уважаемый жених и невеста, сегодня самый прекрасный день в вашей жизни. Создание семьи – это начало доброго союза двух любящих сердец. Да, алло. Руслан. Вы в гараже точно все проверили? Ну да, сначала сам, потом криминалисты все перетрясли. А что случилось? Тимофей перед смертью Владу ключи от гаража дал. Скорее всего, он сделал копию, запись и оставил в гараже. Раз вы ничего не нашли, значит, Сергею забрал. Понятно. Ладно, я уже подъезжаю. Давайте там без фокусов. Да. С этого дня вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая и радость счастливых дней, и горесть потерь. Перед началом регистрации прошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше решение стать супругами искренним, взаимным и свободным. Жених? Да. Невеста? Невеста? Да. Нужно подрезать одну машинку, чтобы наверняка, чтобы насмерть. Сделаешь, получишь деньги. Не, ну таким я точно не занимаюсь. Руслан, подождись. Ага. Прошу своими подписями скрепить ваш семейный союз в нашем журнале регистрации.
невеста. Свадьба отменяется. Садись! Тамара, уведите. Как же ты мне надоел, а? Есть охрана в ЗАГСе? Да, я сейчас. Давайте, давайте, полиция уже едет. Я нашел запись. Какую запись? Что ты несешь? Запись твоего разговора с Тимофеем. Так я и думал, что ты что-то выкинешь. Тихо, 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 тихо. Флешку на стол положи. К стене отойди. Я же сказал ждать. Да он, наверное, хотел помешать росписи. Полиция, оружие на землю! Уводите его. Свет, ищи аптечку и звони в реанимацию. Пошли, я вызову скорую. Тихо, 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 тихо. Ладно, нужно зажать рану. Вот так. Терпи, терпи, терпи. Держи. Держи, держи крепко. Все хорошо. Ну что? Где наш герой? Привет. Лежит, ранен, и все как полагается. Но ничего, женская ласка лучше лекарства, правда, доктор? О, прости! Прости! У меня новость, друзья. Звонил Руслан. Сказал, что Сергей дал признательные показания. Так что не волнуйтесь, мой муж посадит его надолго. Ну ладно, не буду вам мешать, зайду позже. Давай, давай. Да. Юля. Юлечка, девочка моя, как ты меня нашла? Лиза нашла? Ты моя родная. Как ты ее нашла? Я же говорила, я в соцсетях разбираюсь лучше, чем вы.